Привет! Это видео с комментариями для Морозова и Люана. Спасибо тебе большое за участие в конкурсе. У тебя очень прикольное выступление. Ты очень круто двигаешься с саксофоном. Но это двигаться, это, конечно, хорошо. Но если оно влияет на твой звук, то не всегда хорошо. Поэтому в будущем уделяй внимание длинным ноткам. Это я всем говорю, потому что особенно когда вы начинаете заниматься на саксофоне, это очень важно. Вам нужно укрепить свой аппарат и следить за тем во время занятий, чтобы нотки не дрожали и не плавали по своему строю вверх-вниз. Также, играя гаммы, всякие упражнения, следить за артикуляцией, чтобы пальцы не играли быстрее, чем язык. Ну, хорошей музыки. Ты большой молодец, у тебя крутое выступление.